Всем привет, ребят! И у нас на распаковке, таком недообзоре. Короче, посмотрим, как работает, собственно, это Socus Soulbrand от Xiaomi V30, V3 Pro. Это ирригатор. Вот вы почистили зубы, да? После еды, да? Надо, чтобы более чисто убрать. Врачи-стоматологи советуют вот эту штуку. Кстати, наклейка типа Ростест. Такая штучка. Упаковка, конечно, прикольная. Подарочная. Можно, собственно, в подарок советовать. Ну, особенно рекомендуется людям, у кого есть коронки, импланты. Так, это мы вот так поставим. Вот, Complectations. Прикольно выглядит. Так. Заряжается 4 часа. Хватает около 12 месяцев. Но это если не особо часто. Зарядник у нас... Сейчас сразу вам покажу, где у нас. Так, кнопки управления, включения и режимы переключения. Вот кнопка, сейчас повключаем. Так, можно сбоку наливать. У нас вот он, microUSB, что-то я его потерял. Не забывайте его, это не microUSB, а USB Type-C. После зарядки закрывать заглушкой. Мало ли, чтобы не попал туда воды. Вода. Металлическая шайба. Кейс для насадок. Насадки у нас вот они. Сейчас мы их в кейс сразу поставим. О, это, как я понимаю, ложка для языка с поддавлением. Тут прикольно. Ну, язык чистить, и еще вода обмывается. Вот, видите? Так. Сразу вставляем, где я эту штуку делаю. Будем сразу вставлять сюда. Это типа кейс для хранения, переноски. Вот еще одна насадка без щеточки. А вот идет уже дальше щеточкой. Прикольно. Так, и такая более широкая. А есть... А, это с резиновой, ну, типа в зуб упер, и он немножко поворачивает. Так, насадки, кстати, не думал, что они, я думал, они надолго хватает, а их, оказывается, около 4 месяцев можно использовать. Ну, наверное, потому что микробы, типа, могут на них оставаться, да? Не знаю, сколько стоит набор насадок, это можно загуглить, смотреть. Так. Это мы закрываем. Во избежание ожогов не добавляйте в резервуар горячую воду с температурой более 40. Не чистите полость рта горячей водой. Кнопка снятия насадки. Это кнопка включения-выключения и кнопка регулировки напора. Вот так я не выну. Нажимаешь на кнопку, вынимается. Прикольно. Так, надо налить воды. Так, это, по-моему, первая скорость. Да, это вторая, это третья. Ну, это просто об ванну так вода бьется. Как она сейчас меньше воды будет на пор. Вот. Можно было бы еще меньше напор сделать, по-моему. Сейчас пару секунд попробовал. Ну, секунд 10. Брызгов, конечно, много. Я не знаю, может, надо в душе ей пользоваться. Или я как-то неправильно. Может, рот надо открывать. Я просто передние зубы попробовал. Мне понравилось. Стоящая вещь. Я запишу опыт эксплуатации там через полгодика, допустим. Пишите комментарии. Всем пока.